Всех приветствую, меня зовут Андрей Доцент, и это Чужой, изоляция. Мы пытаемся сбежать с корабля, но нас похитили, но мы выбрались. Лихой рассказ, да? Но, тем не менее, оружие при нас, огнемета приличное количество, так что, думаю, у нас должно все получиться. Ёлки-палки, они новое гнездо соорудили, уже посреди где-то комплекса. Да это издевательство какое-то, честное слово. Так. Так. Что за черт? Там какое-то движение было. Угу. А, черт! Откуда? Ты ё-моё, ну как же так, а? А, блин, а. Обалдеть, ребят, вообще круто. Откуда эта тварь взялась-то тут, а? Коктейль Молотова. Где коктейль Молотова мой? Так. И чё, типа, нихера? Ну ладно. Чёрт, а? Ладненько. Вот так вот. Если они так уж хотят все усложнить, тогда мы будем тоже играть по-новому. Так, топливо для огнемета, патроны для дробовика. Что у нас еще тут есть? А, что-то у этой должно было остаться. Батареечки для фонаря, шприц, аптечку надо использовать. Еще надо скрафтить аптечку. Так, давайте-ка используем аптеку. И еще раз. Так, ну а теперь будем двигаться. Крайне аккуратно, тщательнейшим образом проверяя все закоулки. Дробовик в зубы. Так. Файер. Где файеры мои? Так. Отлично. Сука! Блядство! Фу ты, ёлки-палки, ну это вообще не вариант. Короче, огнемет в зубы и вообще в задницу их. Будем использовать. Так, отлично. Блин, зависла игра, ребят, прикиньте. Меня это аж иногда выбешивает. Еще так намертво зависает, что хрен что сделаешь. Ладно, как я и говорил, будем использовать дробовики и пистолеты, чтобы ломать яйца. А эти будем уничтожать непосредственно огнеметом. Так, есть. Поджарил. Поджарил. Так, посмотрим. Где еще у нас тут? Так, есть! Уничтожен! Боже ж ты, ох, нихера их тут сколько! Ладно. Куда идти-то? Ага, ну здесь тупик, короче, полный. Здесь тупик, тут мне ничего не светит. Так что придется, наверное, идти сюда. А, яйца горят, офигеть. Так.
Так, давай-ка, шкребемся, шкребемся. Кошмар какой, а? Есть! Поджарил. Тварь эту. Так. Так, батареечки поменяли. Господи, я даже не помню, а сколько у меня батареек вообще? Так, ладно. Мы идем. О, топливо для огнемета. Давай-ка перезарядим. О, 340, нифига себе. Ой! Черт! Смотрите их сколько. Короче, что-то хотят они. Так, этот, короче, свалил. Офигеть. Назад. Ага. Хрена с два мне. А не назад. Так. Крадемся, пытаемся. Чё-то как-то все это заставляет меня нервничать. Так, а что у нас тут? Бляха! Ой! Ой, бля! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мало нам проблем, ёлки-палки. Где мы? Выбираемся сюда, так. Тут горит все к чертям, ёшкин кот. Можно слезть. Сохраниться есть где место? О, топливо для огнемета. Хорошо. Топливо для огнемета. Гитару можно взять. Так, давай-ка. Спускаемся. Мы хоть куда вообще идем-то, ребят? О, нам далеко идти, далеко. Так. Сейчас что-то да будет, сто пудов. Патроны для дробовика взять. Для револьвера, для огнемета. Во, сколько тут всего-то у нас. А нас к чему-то готовит однозначно. В таких играх никогда просто так ничего не дают. Раз дали, значит пригодится. Так. Не налажать бы. О, сейф прошел! Во, зашибись! Ой! Нихера! Только бы добраться. В натуре. Только бы добраться, короче. А как? А, сюда надо. Ну ладно. Чё-то движение какое-то. Офигеть, вообще супер просто. Меня так и знал, что меня собьют здесь рано или поздно. Первое правило нарушать. Посмотри налево, потом направо. Нет. Так. Чужие вагонетку украли. Они забыли нажать на тормоз. Так. Так. Сюда, теперь сюда. Да? Или как? Уходим. Отлично. Нихера. Забирайся ты, забирайся. Кошмар. Да не то слово. Не то слово. Так. Появились. И ушли. Чё, появится тут что-нибудь? Или нет? Наверное, не надо пробежаться.
Ох ты, черт! Давай-ка. О, черт, ни хера! Фу! Так обосраться можно сильнее, чем от чужих. Фу, вот это да. Чужие, походу, сами в шоке от таких приколов. Побежали. Все, прошли, слава богу. Короче, по этому поводу, наверное, не мешал бы уколоться нам. О! Горелка. Так, куда нам идти-то? Сюда я нет, черта с два я полезу сюда, даже не думать. О, сейф прошел, зашибись. О, заперто, клево. Ну раз заперто, тогда надо по этому поводу закинуться. Так, поправим все здоровье на пиковый уровень. Так, огнемет в зубы. Файр не пашет. Что еще тут у нас есть? Больше ничего нет, к сожалению. И лезем в шахты. Так, вроде поджарил. Фуф. Огнемет быстро кончается, короче, капец. Могли бы хотя бы чуточку побольше сделать. Так, поджарил я ребят этих. Чё это там за хвост двигается? Ладно, хрен его знает. По шахтам лезть придется, я офигею. Так, открывайся. А, черт! На лестницу, живо! Да ты чё? Ох ты, ё-моё! Я же залез на эту хрень! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть, кровище! Надеюсь, не из меня столько. Да, куда, 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 куда? Харе, перезаряжи. Давай-ка. Вы меня слышите? Слышу. Отвечайте. Закидывайся. Мы падаем вместе с Ростополем. Ага. Платформа подколот от гравитации. Мы не можем освободить. Чё теперь? Что мне нужно сделать? Быстро с люфта выходите на платформу техобслуживания. Там ага. Есть разрывные болты для аварийного соединения. А, мы снова здесь. Падает. Да. Я сейчас... Да я так и понял, сейчас... что станция падает. Ага, хрен мы тут сохранимся, ребят. Черт, придется этот одевать, скафандр. Блин, она мне еще и горит, и здоровье теряет. Ну давай, только хоть в этот раз не накосячь. Так. Нормально? Все, отлично. Где у нас? Где у нас? Бляхам. Так, мы на платформе. Использовать. Давай, 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 давай. Все должно получиться. Блин. А, вот наш корабль. Нифига, он огромный, Торренс. Так. Хорошая у него раздача. Так, давай-ка, давай-ка выходим. Отлично. Ну беги ты быстрее. Ой. А мы на планету все падаем. Офигеть. Севастополь, походу, скоро взорвется конкретно. Надо, главное, успеть нам на корабль попасть. И чтобы желательно на корабль не попал кто-то еще, кроме нас. А что такое? Что за звуки сейчас были?
вроде все хорошо. Лучше не бывает. Так. Давай-ка. Нажимай на кнопку. Есть. Отправляемся. Ну ты чё? Беги вперед. Надеюсь, сзади за нами никто не побежит. Так. Давай. Я думаю, мы уже, надеюсь, туда не вернемся назад, где мы были. Да черт тебя побрал. Точно, теперь не вернемся. Аппаратик-то накрылся. Придется нам как-то так спасаться. Давай, поднимайся. Ну что ж ты так медленно идешь-то? Так. Я поднимаюсь. Сзади никого, все чисто. И как мы вот отцепим, мы потом как, с космоса что ли в корабль пойдем? Ну это, конечно, было бы круто. Было бы очень круто. Главное. Отлично. Сейчас отсоединим. Закрыто, говорит он. А, вот отсюда. Открыть. Так. Берем пропуск и используем сюда. Ага, понятно. То есть, чтобы подняться сюда, надо сначала кругалям такой дать. Обалденный. Ладно, понял. Открываю пропуск. Так. Получили пропуск и вставляем теперь еще сюда пропуск. Все. Ва-а-а! Отцепились. Да, слышу. Отстреливаем. Во! Как клево. Что-то она читает инструкцию, говорит, не знаю, как делать ее. Да все подряд жмет. Так и я могу. Активировать, короче. О, не тот я активировал, походу. Сейчас долбанет. Не тот. Вот. Вот этот надо активировать нам. Так. Давай. Чё ещё? А, и всех надо активировать. Понятно, ладненько. Сейчас мы тогда всё активируем. Так, давай-ка. Этот активировали. И последний. А чё такое у них свечение идёт какое-то интересное? Какая-то энергия, что ли, испускается? Или у меня так это... из-за шлема глюки такие обалденные. Все, обалдеть. Давай-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты чё? Чужой! Чужие! Вы гляньте, меня чужие окружили. Охренеть! Улетай! А, черт! Что случилось? Короче, катавасия какая-то. Я в космос улетел открытый. Ух, ё-моё. Обалдеть. Мы, походу, прошли, короче. Открыто достижение, конец охоты. На станции Севастополь идет на посадок. Фу, на посадок. Да, и в осадок, и на посадку. Все. Короче, звездец всем чужим, походу, которые были, включая и те, которые со мной были рядом. А где мы? Круто. Еще и планету взорвали. Так, ну и? Что у нас? Пригнувшись, вы передвигаетесь тихо, но медленно. Так... Ладненько. Надеюсь, главное, хоть тут не зависнет. Опа, встретить Верлен на мостике. Я иду к вам на мостик.
О, зашибись. Мы еще продолжаем. Нифига себе. Ладно. Идем тогда на мостик. На мостик, нам говорят. Так, о, а корабль-то напоминает первый фильм самый. Че, есть где место костюм снять или нет? Использовать. А, ну это для сканирования мы используем. Так, ладно. Значит, нам не сюда. Ну ладненько, надо костюм снять. Прибыли туда, откуда все начиналось. Именно на этом корабле мы и бродили. Первую миссию, насколько я помню. Так, где-то тут костюмы можно снять, наверное, да? Или нет? Где мостик-то у нас? А, ну мостик позади меня. Нажмем кнопочку. А, блядь! Сука! Низ! Ой-о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 й! Офигеть, он! Влево! Влево! Вправо! Черт! Ей, используй! Используй, давай! Ааа, бля! Че такое? Что случилось? О, меня в космос выкинуло. Ядрить, колотить. Еще и Верлен пришили. Говорит Рипли, прием, достижение. Я что, в космос улетел? Да не может быть. Ох ты ж, ядрить, колотить. Это что за финал такой обалденный? Блин. Опа-на. Кто-то пролетел рядом. Кто-то рядом пролетел. Посвящается в память друзей и коллег Симона Франку, короче. Такой вот у нас конец. Интересно, не знаю, есть ли в этой игре секретные концовки, ребят. Но финал такой достаточно необычный. То есть я вылетел вместе с чужим в космос. Верлен он походу сцапал, съел нашу пилотшу. А я остался блуждать в космосе, как мамаша, только в отличие от этого, от мамки Рипли, ее дочурка вообще без челнока осталась, то есть так. Но ее нашли, судя по всему, судя по тому, что был свет. И ее по-любому нашли, потому что во втором фильме ее показывают старую, как она умерла от рака, все т.д. и т.п. То есть ее подобрали. Вероятно, будет продолжение. Хотелось бы продолжение, ребят, согласитесь. Игра очень интересная, заинтриговала. Массу в ней впечатлений, просто я не знаю, ахнуть можно. Сюжет, я думаю, и рассказывать не надо, какой тут сюжет, геймплей, вы сами все это прекрасно видели, оценили. Мое личное мнение, игра просто, я не знаю, на все 100 со своими обязанностями справилась. Такой, знаете, мощный хоррор такой с интересным геймплеем. Напоминает немного Outlast, напоминает немного старые игры про чужих. То есть в ней много чего совместили, но все это в совокупности так классно получилось и гармонично вписалось во вселенную чужих, что игра, я не знаю, прям конфетка просто. Так что, ладно, ребят, я думаю, на этом мы закончим. Возможно, я, может быть, не знаю, может быть, пройду дополнения, которые есть. Но дополнение, насколько я знаю, относится к фильму «Чужие». То есть там можно будет, говорят, поиграть за мать Эллен Рипли и пережить события, ну, частично фрагменты из события первого фильма. Ну, в принципе, я не вижу тут никакого смысла в этих прохождениях, поскольку зачем нам играть, когда мы можем посмотреть просто-напросто фильм. Там-то мы все знаем, а я, как всегда, в такие игры играю в первую очередь из-за сюжета. Мне была интересна история, что же случилось еще. И теперь в копилку моих знаний отложилась такая игра, как «Чужой. Изоляция». Так что спасибо разрабам за эту игру, спасибо вам, ребята, огромное за внимание. Без вас бы у меня ничего не получилось. Играть в одиночку довольно страшно, но знаю, что меня поддерживают, знаю, что меня смотрят, чувствуя вашу поддержку, это мне придает силу в таких играх, так как я хоррор это и не очень люблю. Так что
будем ждать, будем играть. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Доцент. До скорых встреч. Всем пока.